Сейчас, надо кого-то пикнуть нормального. Шишер, ебать, против дяди Степы на Морфе. Что, опять нам пизда, да? Я, ну против Морфа стою. Пиздец, против Морфа бесячая хуйня стоять. Кстати, я всегда вот задавался вопросом, почему на Варды не работает третий скилл Вивера. То есть вы же, я думаю, замечали, что если ты Вивером третий скилл, ну как бы если бьешь Вард, то третий скилл не срабатывает. Почему не работает, я не знаю. То есть на башне работает, на героев работает, а на Вард не работает. Тупо, блять, вафлер нахуй у микрофона. Битый бат. Оу, лягухи. Ну это ластевские, как бы. I'm sorry. Fuck you. На болоте. Хуета. The semen. Бля, не хотел ботл делать, но, сука, надо. Просто если ботл уже принес, уже за руной сходил и пополнил его. Fuck you. Никак не убить Морфа. Кар-кар-кар-кар. Передавай маме поздравления из Хабаровска. А, у него уже маска от Джора, я понял. Ну все, тогда уходим в лес. Но я его не убью никак. С маской от Джора он сейчас фулл хп будет постоянно стоять. Чувак в чате пишет, что морф смурф. Да морф очень хуёвый. Морф не смурф, просто это морф. Тут вся суть в том, что это морф, его нельзя убить. То есть берешь героя морф, покупаешь себе маску на Джор, и ты становишься смурфом автоматически. Потому что тебя невозможно убить, у тебя герой имба ебаная. Поэтому я думаю, каждый играющий на морфе может считаться смурфом. Нихуя себе. Еще и гангает. Мало того, что смурф на морфе задрот, ёбарь, блядь, не знаю, что с ним делать. Мне, я арчит не хочу делать. Вообще против Морфа, конечно, арчил. Короче, ГГ. Короче, ГГ. Керри сдался, пацаны. Сколько? 0-2, 0-2, агенты. Короче, пацаны, не нойте. Давайте на победку. В смысле без тебя? Так ты наш Керри. Ты основной, тот, кто будет тащить игру. Как это играете без меня? В смысле? Ты чё такой агрессивный? Бля, зря я начал говорить, мы шоу не посмотрим. Сейчас Джаггер узнает и начнет стараться сразу. Это ж так обычно бывает. Да, мне надо дизоль сделать, я пойду помогать. Потому что я понимаю, что команде моей пизда на боковых лайнах внезапно. С Морфом я вроде бы нормально постоял. Опять же, убить не убил. Но я не умею убивать Морфа на миде каким-нибудь Вивером, да? То есть каким-нибудь штормом еще куда ни шло, могу нахуярить. Но Вивером убить Морфа это явно не ко мне. Вообще хотел замедлить Тимбера. Мискликнул влево. Ну, так-то жить можно. Там морф под хостой уже или сон купил. Я бэк. Ну, Морфа сейчас изэрил будет скоро. А у моего Керри ПТ моя. Блин, вот меня смущает ПТ-ха. Вот единственное, что меня смущает в этом билде. Себя сейвить надо, Вася, блядь. Я не фантом. Не, ну пока я разъебываю. Вот единственное, что могу с уверенностью сказать, что я разъебываю. Но этого мало. Не даст на легионке. То есть хотите сказать, что легионка лес стояла, раз он не даст. Морфа мы точно не убьем, поэтому я его даже бить не стал. Нормально, нормально, нормально. Все, рассосались с мидом, пацаны. Аккуратнее, у Морфа сейчас Эзериал будет. Он начнет вырубать по одному уже. Правда, у нас Джаггер размылся и обиделся, но я надеюсь, что он сейчас возьмет себя в руки, увидел, что мы там начали что-то делать, счет 9-8, там соберется и перестанет плакать. Возьму в этой игре сжигание маны, потому что мне кажется, потому что мне не поможет здесь 11 силы, это 200 здоровья, учитывая, что там фантомка с критами и морф с эзериалом, никак вообще. Бля, я таблетку возьму. Аквилу, Джага, Джага, тейк Аквила, пушоу. Нет, таблетка топовая, потому что у меня МС выше максимального в сухуче. У меня МС выше максимального, и я просто бегаю 671 МС. Вот, пожалуйста, 671 МС. Вот ты себя лучше, блядь, забафай во флёр. Ага, понятно, Эзериал. Да. Ладно, мне нельзя выебываться, пока я линку не куплю. Потому что я сейчас получаю дуэль какую-то шальную, и все. С меня снимают штаны рублей за 500. Пожалуйста, Лего, не убивай меня, если ты где-то тут. Фу-фу-фу, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, я ж просил. Хорошая ровага, кстати. Это сарказм, если что. Ну, типа, тут очевидно, что их много, и у меня урона нету, чтобы их убивать. Все, линка есть, с линкой могу выебываться.
Ноль маны у нее, поэтому у меня ноль урона. Соло. Ну, хорошо, что он оказался мирным и не стал убегать. Решил чисто на кулаках со мной попиздиться. Пацаны, а со мной нельзя пиздиться на кулаках, я боксер, нахуй! Блять, не слип. Стой, нахуй! Триганы. Мальчишки. Ноль маны молодого. Все, блядь. Снимай штанишки, мальчик. Сейчас будем тебе укольчик делать, блядь, мясной иглой, нахуй. Сюда, блядь. Вафля. Нормально, морфа разъебал уже, хорошо. Мне что рисуют там? Типа мне что-то настакали или что? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту. Бля, вот, кстати, жука на Тимбера вешать, это ошибка. Потому что этот жук кусает и с каждым укусом настакивает армору этому вафлеру. Слышь, драч, какой ты нахуй боксер? Веточки твои, блядь, не тресну. Дурыбина, ты задрот. Ты вафлер, блядь, охуел нахуй, я боксом нахуй занимался, честно. Блядь. Иди нахуй. Сам иди нахуй. Дура, блядь, хейтерская. Вафля, ты комнатная. Попизди мне. Чисто хейтер-завистник, вот вам, пожалуйста. Ну все, теперь надо аджор купить. Либо, может быть, Габен подсобит и Паладин Сворд выдаст на тир 3 шмотка. Каравага есть? Илюха, сори. Пизда тебе, Илюха. Щиты за Илюху. Дай дуэль. А, блять, лучше бы он дал дуэль. Я бы сейчас изи заработал бы дэмэдж. Не попал, брат. Шо по мане, Васёк. За ним, за ним, за ним, за ним. Мув, 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 мув. Блять, рампаху хочу, сука. Вот она, рампаха. Моё нахуй, блядь. Го бэкнем отсюда. Беру плюс один, к урону, ну, к третьему скиллу. Фу, блядь, второй рэпэдж за сегодня, нахуй. Это уровень. Блядь. С кем ты там боксом я... занимался? Под обосрался чуть-чуть. Кто-нибудь объясните усатой пчеломатке, что это был не бокс. Опять Моргенштерн. Вор. Не пойман, не вор. Бандита на серебре, на хатрах, петрахан, морфлим. Слышь, боксер Манкин, такому как ты завидовать стыдно. Я ебу, вот ты пизда. Ура, блядь. Если тебя ебали между твоих вяленьких будок, а ты принял это за бокс, ну хуй знает. Камеру, я не скамлю, я зарабатываю легально, Что такое, мальчики? Мамы, трясите телами. Блять, у меня пососи, мальчик. Иди-ка сюда, блять. У меня кососни чуть-чуть. Сосет он, блять. Дайте я скипну эту хуйню. Иди нахуй, долбоёб. Что это было сейчас? Пацаны, я суждаю нахуй просто это. Братан, на джагере блинк не покупают. Именно для этого аганим сделали. Чтобы не покупать юзлинг блинк, а покупать полезный артефакт. Блять, просто блинк на джагере. Нахуй, блять. Блинк на джагере, блять. Умри нахуй. Куда мне дуэль дал? Как ему повезло, что мне дали гос. Я бы его сейчас отхуярил и заработал бы урон в дуэли. Трипачину сделал, соло. Вот вам коротко о керри. Вот такой у вас керри попадается, и вы никогда в жизни на суппорте в доту не выиграете. Как ему не суппортите, вот такой айтем билд не выигрывает в доту. То есть просто ему повезло, что я за него попался и затащил ему. Так, а что по смертям? 11 смертей упомянул. А, ебать, я ж понял, почему я их так ебашу. Потому что ебаных жучков кидаю и начинаю ебашить тупо всех. 26-0 тупо на вивере.
на сигнатурном тупо белгородском жуке. Лесная пятерка. Так они бы еще и выиграли сейчас. У них, я же говорю, у них лего в лесу стояло. И она выфармила слотов больше, чем антимаг. То есть у антимага вообще какой-то странный билд. Там 0 урона, у него с руки 267 дэмэджа. У него Мьёльнир, у него Муншард, у него ебическая типа скорость атаки, но урона просто 0. Если же, если бы тут меня не было, мы бы уже проебали эту игру. Потому что там и Фантомка, и Морг, и Лесная Легионка, и все со слотами. Хорош, спасибо за игру. Будет ли у кого-нибудь 14 смертей? 51 на 49, кстати, по процентам. Практически 50 на 50. Нет, не будет 14 смертей. Братишки, спасибо за просмотр. Нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, переподписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ебите мою мать и посылайте меня нахуй.